9 августа 1977 года советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучеева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. В задачи ученых входило достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за 5 лет до начала экспедиции, и его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85 градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный 3-метровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР.